прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. Пожар на штрафплощадке произошел сегодня утром на Тираспольском шоссе. Огонь полностью уничтожил 20 машин. Почти все они были в нерабочем состоянии после ДТП и поджогов. Сигнал о возгорании автомобилей поступил на линию 101 в начале 5 утра. На вызов выехали 21 спасатель и 5 единиц пожарной техники. Пламя ликвидировали на площади 150 квадратных метров. Большую часть машин все же удалось спасти. По словам полиции, произошло самовозгорание гибридного автомобиля «Lexus». На данный момент основная версия – вероятное возгорание проводки. В результате пожара никто не пострадал. Згідно відеоматеріалу, який ми вивчили, ми бачимо, з якого саме транспортного засобу розпочався пожар внутрі. Ми також взяли пожаротехніка, який на даний час вивчає причину загорання. Мы понимаем, с какого транспортного засобу это началось, Lexus. Это гибридный автомобиль. И на данный час основная версия, возможно, самое возгорание проводки у этому транспортному засобу. Не справился с управлением. В районе Черноморска водитель КамАЗа не учел габариты своей машины и снес опору ограничителя высоты. ДТП произошло в поселке Александровка. Часть металлической конструкции согнулась и упала. Жертв и пострадавших в результате аварии, к счастью, удалось избежать. Одесские школьники продолжают учиться даже на карантине. Более 70% школ предоставляют детям уроки в виде видеозаписи или онлайн-занятий. Остальные получают задания в тестовом режиме. Об этом сегодня сообщили в департаменте образования. Чиновники отметили, что уровень заболеваемости позволяет говорить о том, что занятия могут возобновиться уже через неделю. Лучше всего ситуация в детских садах. Відкрито 106-й дитячий садочок, який був закритий на карантин, він вже працює. І кількість груп, які були закриті, скорочено, це трохи більше 20 залишається закритими. Завтра, думаю, що відкриють ще половину від цих 20. Тому дуже сподіваємося, що до кінця цього тижня буде прийнято рішення і ми все ж таки вийдемо на навчання з понеділка. Догнать учебную программу рассчитывают на дополнительных занятиях и индивидуальных консультациях. В школах также планируют уплотнить программу за счет сокращения времени на усвоение в пользу изучения новых тем. В Одесском припортовом заводе новый директор. 10 февраля Николая Синицу официально представили трудовому коллективу. Он пообещал обеспечить бесперебойную работу гиганта и повысить социальные стандарты для рабочих. Тем временем предприятия продолжают готовить к приватизации. Продать объект хотят до конца года. На многострадальном припортовом побывал наш корреспондент Константин Гречаный. Николай Синица официально приступил к выполнению своих обязанностей председателя правления Одесского припортового завода. На представлении трудовому коллективу он делает акценты на социальном обеспечении рабочих, а также на безопасности условий труда. Ваша праця повинна бути адекватно оцінена. Ви повинні працювати в сучасних умовах і отримувати гідне соціальне забезпечення. І що найголовніше, питання безпеки праці на виробництві повинно бути на вищому рівні. Я головою відповідаю за життя і здоров'я кожного з вас. О первых шагах нового руководителя говорить еще рано. Николай Синица не успел предметно ознакомиться как с финансовым положением предприятия, так и с техническим состоянием производственных мощностей. Правда, первое впечатление достаточно позитивное. Я мав доступ только до публичных таких документов и так дальше. Я не бачив ни финансового стану внутрішнього, не мав результатів аудитов. І технічного стану, технічного аудиту і так далі. Тобто це було тільки загальне. Як на мій погляд, знову таки поверхностний, що технічний стан заводу дуже гарний. Сейчас предприятие продолжает работать по довальческой схеме, то есть перерабатывает то сырье, которое ОПЗ дает частная компания. Вскоре старый контракт заканчивается, и предприятие будет искать нового поставщика. Раз завод работает, он, естественно, действует. Сегодня он действует, да. Ага, и зараз вы шукаете все одно нового поставщика? Ну, естественно, объявлен конкурс. А старый выявляет желание дальше работать, или пока еще не ясно?
Мы надеемся, что будет конкурс и будут реальные участники, которые смогут обеспечить нам работу. Чтобы завод мог самостоятельно зарабатывать, необходима реструктуризация долгов. Летом прошлого года суд обязал завод выплатить «Нафтогазу» более 2 миллиардов гривен. Этим вопросом также займется новый руководитель. Глобально же судьба завода будет решена на торгах. ОПЗ вновь готовят к приватизации. По законодавству ОПЗ є об'єктом великої приватизації. І стартову ціну приватизації к аукціону по продажу пакету контрольних акцій рекомендує радник. Наразі вона ще не визначена, радник не запропонував такої ціни. І в процесі підготовки підприємства до приватизації вона може варіюватися. Да, якщо ми реструктуризуємо борги, ціна буде одна. Якщо борги залишаться такими, які є, ціна буде інша. Последний раз ОПЗ пытались продать в 2016 году. Тогда на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки. Сейчас в фонде госимущества настроены более оптимистично. Соответствующий аукцион планируют провести до конца года. Константин Гречаный, Константин Нищерет, телеканал «Репортер». Русская рулетка в воздухе. Украинская авиакомпания использовала на маршрутах самолеты, которые не прошли полноценное техническое обслуживание. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. По данным ведомства, перевозчик в сговоре с организацией по техобслуживанию самолета в аэропортах Одессы и Киева фальсифицировал данные о ремонте лайнеров. Они подделывали документы, и в небо поднимались фактически неисправные самолеты. Чиновники, причастные к фальсификации документов, задержаны, сертификаты летной годности для самолетов аннулированы, а разрешения на выполнение полетов авиакомпании отменены. Приморский райсуд Одессы удовлетворил иск директора художественного музея Александра Ройтбурда к областному совету. Судья признал незаконным и отменил сентябрьское решение депутатов об увольнении художника. Впрочем, пока длились судебные разбирательства, Ройтбурд продолжал работать директором музея. Визнати незаконним та скасувати рішення Одеської обласної ради від 4 вересня 2019 року номер 1057 про розірвання контракту та звільнення з посади керівника канонального основного Одеської художньої музеї. Стягнути з Одеської обласної ради код ЄДРПУ 254-28-82, місце знаходження 65032, місце Одеса, проспект Шевченка, будинок 4, на користь держави судовий збір в розмірі 840 гривень 80 копійок. Задоволення позовних вимог в іншій частині відмовити. Рішення суду може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його оголошення. Напомню, решение о досрочном расторжении контракта с Александром Ройтбурдом депутаты приняли на сессии 4 сентября прошлого года, но облсовет отступать не намерен. Там сообщили, что юристы собрания готовят апелляционную жалобу на решение Приморского суда. Обновленный дом для четвероногих правозащитников. В Одессе отремонтировали кинологический центр облуправления полиции. В частности, изменился дизайн административного корпуса. На стадионе для тренировок собак появилась полоса препятствий. Для животных построили просторные вольеры, а также предусмотрели площадь для выгула. На территории кинологического центра есть и ветеринарная клиника. Подробнее Нарина Щеглова. Кинологический центр для дрессировки служебных собак расположен на 6-м километре Ветеропольской дороги. Здесь живут более полусотни отважных псов, которых мы можем видеть на улицах города рядом с полицейскими. Зубастые живут в просторных вольерах. Ни дня без тренировок, занятия на стадионе. Здесь предусмотрена специальная полоса препятствий и другой инвентарь для дрессировки. Если собака заболеет, ее тут же снова поставят на лапы. На территории кинологического центра есть ветеринарная больница. Она почти ничем не отличается от обычной. У нас есть и отдельное хирургическое отделение, манипуляционное отделение, смотровое отделение. И, что немаловажно, у нас находится внутри ветлечебницы находятся и вольеры для стационарного лечения животных. Есть на территории центра и закрытая зона для беременных собак. Когда у животного появляются щенки, его размещают в послеродовом отделении. Это вольеры уже для собачек, которым, чтобы было понятно, исполнился месяц, и они могут самостоятельно принимать пищу. Они проходят определенную вакцинацию до того периода, как они могут уже перейти в вольеры.
центре есть и детская комната для обучения юных кинологов. Ее посещают почти полсотни школьников. Одна из них – Саша. Она осваивает кинологический фристайл. Танцуешь под музыку собак и показывая трюки. Саша уже ни одно мероприятие, ни на одном чемпионате была, очень много выиграла среди взрослых и среди детей. Служебные собаки способны разыскать людей, обнаружить трупы, найти оружие, наркотики. Их также подключают к охране порядка. Овчарке Немо только 1,5 года. Она уже может на нюх определить почти любые виды психотропов. Знает 6 запахов. Это амфетамин, аммиак, героин, кокаин, марихуана и мак. Сейчас кинологический центр насчитывает 52 собаки и готовят для подразделений нацполиции и нацгвардии. Отбор щенков не прекращается, правда, процесс это непростой. И сотни малышей, пригодным к службе, может оказаться всего один. Тестування ми вже починаємо з дуже маленького віку, тобто 1,5-2 місяці кінолог перевіряє нервову реакцію. Є своєрідні тести для кожного віку. Костяк личного четвероногого состава составляют немецкие и бельгийские овчарки. Есть также лабрадоры и даже английские спаниели. Нарина Щеглова, Юлия Польнова, телеканал «Репортер». Компенсировать большую часть убытков и нести ответственность за разрушение из-за упавших деревьев будут прежде всего городские ЖКС и ОСМД. Речь идет о последствиях недавнего сильного ветра и снегопада. Вопреки всеобщему мнению о том, что все деревья принадлежат горзелентресту, там эту информацию опровергают. И утверждают, что обслуживают только парки, скверы и зеленые зоны общего пользования. ЖКС от, допустим, до... Есть балансодержатель, да, ЖКС, ОСМД или другая какая-то организация. До проезжей части и также дворовые территории отвечают эти предприятия, которые обслуживают. Срок эксплуатации в городских условиях мягких пород 40 лет, твердых 60 лет. То есть все в городе, я могу с уверенностью сказать, порядка 90% деревьев уже выработали свой ресурс. Определить, сухое ли внутри дерева, довольно трудно, говорят специалисты. Лучше всего это делать с помощью специального сканера, но его примерная стоимость – 40 тысяч евро. В горзелентресте такого оборудования нет. Кроме того, ни ЖКС, ни ОСМД не торопятся подписывать договоры с предприятием на обслуживание деревьев и других насаждений. Миллиона 300 тысяч туристов приехали в Одессу в прошлом году. Из них более 700 тысяч иностранцы. В мэрии отчитались. По сравнению с 2018 годом гостей стало больше на 150 тысяч. Несмотря на то, что внутренний туризм в прошлом году серьезно просел. Весной и летом у нас проходили выборы в стране. Люди были задействованы в этих выборах. Людей большое количество. Раз. Второе. У нас немножко капризничало наше Черное море. То оно немножко позеленело, то оно немножко попахивало, то оно немножечко похолодало. И это тоже сняло количество внутренних туристов, потому что вы знаете, что творится на трассе Одесса-Киев на выходные дни. Или, и не только на трассе Одесса-Киев, потому что едут машины именно на выходные дни. Мы потеряли внутреннего туриста вот в этот период времени. В департаменте заявляют, Одесса полностью подтверждает статус туристического города 365 дней в году. За это время в городе состоялось 1500 различных мероприятий. За количеством туристов никто не гонится. В приоритете привлечение состоятельного гостя, который повысит цену среднего чека в день. У нас есть, ну, как говорят в Одессе, тура да караул, да? То есть у нас есть средний чек человека, который может потратить сегодня в городе, и мы гордимся этим, не более 200 гривен, и при этом он будет, в общем-то, себя нормально, совершенно спокойно чувствовать. У нас есть такая возможность. Но средний чек сегодня в городе – это порядка 2000 гривен. Это то, что остается в нашем городе. Это проживание, питание и какой-то досуг, который человек себе позволяет. Туристический заработок Одессы только на уплате прямого сбора составил почти 12 миллионов гривен. Однако, если учесть все расходы туристов в городе, то эта цифра вполне может достичь 10% от бюджета Одессы, говорят специалисты. Сейчас в департаменте решают, как защитить иностранство от мошенничества с двойным меню. Прежде всего, на нарушителей будут влиять информационно, а честные заведения получат специальную отметку на туристических ресурсах. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь репортером. До скорого.